Добро пожаловать в игрушку Among Us. В Call 3D это игрушечка про космонавтов, среди которых будет один убийца. И наша задача либо починить корабль и улететь, либо же найти этого убийцу и выкинуть его в открытый космос. Задача убийца очень простая. Убить весь экипаж и не спалиться. Начинаем. Мы сейчас находимся в лобби, ждем остальных игроков, и игра вот-вот начнется, я так полагаю. Ну, некоторые ливают, некоторые приходят. В общем, подождем. Вроде команда найдена. А, тут я могу переодеться, смотрите, могу шляпу одеть, тут разные скины есть, могу штанишки одеть. Прикольно. Член экипажа. Обнаружен один предатель среди нас. Ну что ж, начинаем. Наша задача — электричество, починить проводку, потом в управлении проведите карты, медпункт исследуйте образец, столовую выбросите мусор, электричество откалибруйте передатчик, и навигация тоже нам нужно это сделать. Давайте посмотрим на карту. Мы сейчас в медпункте, можно будет... что нам нужно делать? Исследуйте образец. Давайте исследуем. Нажимайте, чтобы начать. Окей. А вот я исследую. И... Надо просто подождать. А, 50 секунд надо подождать, да? Я могу потом сюда вернуться. Образец исследуется, да, надо 44 секунды. Кого-то уже убили. Кого-то убили, ребята. Кто же это может быть? Я просто без понятия, можно зайти в чат и посмотреть. Так, кто? Какие догадки? Какие догадки? Розовый, говорят, что розовый. Говорят, что розовый, а кто-то фиолетовый сказал. Мне кажется, это фиолетовый. Мне кажется, это фиолетовый. Откуда бы он знал, что это розовый? Он слишком самоуверенный. Так, я на оружии был. Где? Розовый я видел в командном центре. Короче, либо розовый, либо фиолетовый. Фиолетовый, возможно, это говорит, чтобы от тебя подозрение убрать. Так, ну что ж. Голосование через 4 секунды. Давайте попробуем за фиолетового проголосовать. Мне почему-то кажется, это фиолетовый. Смотрим. Либо розовый, либо фиолетовый. Будем их опасаться, ребятки. Будем подальше держаться от них. Блин, он матерится. Он матерится. Но мне кажется, все-таки это фиолетовый. Фиолетовый на него сказал, чтобы отогнать от тебя подозрения. Он не был предателем. Он не был предателем. Я думаю, это фиолетовый. Ребятки, это фиолетовый. В маске. Надо будет следить. Смотри, он никуда не идет. Он никуда не идет, фиолетовый. Он где-то здесь. Так, ладно. Можем зайти в медпункт и забрать образец. Мы сейчас в хранилище, давайте посмотрим. Так, в хранилище мне ничего не надо, да? Через хранилище можем пройти. Осторожно, ребят, следим за фиолетовым. Мне кажется, все-таки это фиолетовый. Так, тут надо провода соединить. Давайте это сделаем. Соединим провода. Отлично. А, надо вовремя нажать. А на что нажимать? На эту кнопку? Одна есть, два есть, три есть, отлично. А, электричество восстановлено. Образец. В медпункт надо идти. А как я попаду в медпункт? Через верх. Боже мой. Так, ну я думаю, это фиолетовый, ребятки. Опасаемся фиолетового. Подальше держимся от него. Тут нам ничего не надо. Я прям почти уверен на 100%. Вот он, медпункт, да? Где-то здесь, да, точно, точно, идем сюда. Так, выберите аномалию. А, ну вот она, вот аномалия. Все, здание выполнено. Так, это было легко. Почините проводку. О, боже мой, я боюсь. Так, управление, в столовой. Пойдем в столовую. О, фиолетовый здесь, фиолетовый что-то трется. Я его боюсь, ребятки, я боюсь фиолетового. Он с оранжевым. Фиолетовый за ним ходит. За ним ходит. Чё он ходит? Чё он ходит за нами? Это фиолетовый. Просканирован. Но он не будет убивать тут никого. А как сканировать? Взрыв реактора. Смотри, следит за нами, следит. Быстро надо устранить задачу. Это по-любому фиолетовый, ребятки. Так, тут все, да? Все, устранили, отлично. Ой, я боюсь, ребятки. Так, в управлении. Так, это я, все нормально. Я думаю, это не оранжевый.
это не оранжевый. Пока что боимся только фиолетового. В управлении через хранилище можно добраться, да? Долго обходить. Бензин нам не нужен. Ой, ребята покидают. Покидают игру. Зачем? Так, желтый. Починили проводку. Так, в управлении еще надо что-то сделать. Давай посмотрим. А, вставьте карту. Как вставить? Надо привести. А, вот она, карта. Проводим. Все, отлично. Ой-ой-ой-ой. Победа! А кто был предателем? Фиолетовый был предателем. Подожди, а фиолетового убили, получается? А кто был предателем? Непонятно, ребята, кто был предателем. Ну, фиолетового, по-моему, убили, если я не ошибаюсь. Блин, сложно играть с рандомами, потому что они все ливают, все уходят. Ну ладно, мы победили. Предатель, ребятки, я буду предателем. Вот это будет интересно. Вот это будет очень круто. Тут уже покинул игру. Так, мы начинаем делать вид. Кстати, можем уже убить. Не, пока не могу убить. Кто-то на кнопку... Я не успел убить, кто-то на кнопку нажал. Но, блин, вот бесит. Такие ребята, которые голосование начинают. Почему? Зачем? Зачем это делать? Блин, это бесит, это реально бесит. Голосование начнется через 10 секунд. Мы не будем пока что голосовать. Да, так я что, вымораживаю. Вот надо убрать эту кнопку, чтобы не сразу ее можно было нажимать. Голосование пропущено. А день второй, у нас мало членов экипажа. Ну тут нельзя никого убивать. Идем наверх. Можем, кстати, сюда залезть. Кстати, я могу его убить. Он ушел куда-то. Он ушел куда-то. Мидпункт. Кстати, можем залезть в шахту, можем залезть, да? Тут никого нету. А, надо просто пробежаться, мы найдем кого-нибудь. Через 5 секунд смогу убить кого-нибудь. Кто-то опять тревожную кнопку нажал. Ну ё-моё, ну ребята. Ну капец, зачем это делать? Не смогли принять единого решения. Кто на кнопку нажимает? Я пока не могу. Кто-то опять нажал на кнопку. Ну какого черта? Какого черта постоянно нажимает на эту кнопку? Да понятное дело. Это бесит, ребятки. Вот я сколько не играю, постоянно на эту кнопку нажимают. Зачем? Кстати, а я его вычислю и убью. Точно. Мы же можем его убить, кто на эту кнопку нажимает. Тут стоит рядом. Они стоят они вдвоем стоят. Опять нажали на кнопку, да вы издеваетесь. Они постоянно на нее нажимают. Капец, как же бомбит, ребят. Поиграть просто невозможно. Еще кто-то покинул игру. Но это, блин, невозможно играть так. Серый, черный. Но на меня пока что нет подозрений. Нам не дают починить кабель. Не смогли принять единого решения. Да понятное дело. Блин, если бы один остался рядом с этой кнопкой, было бы все намного проще. Можем, кстати, после... Ну, через 38 секунд я смогу только убить кого-нибудь. Надо просто продержаться. Так, делаем вид, что мы чиним, да? Делаем вид, что мы чиним здесь. Все, постояли, идем дальше. 25 секунд. На 5 на эту кнопку нажали! Ну почему? Зачем? Даже не успел ничего написать. Ну, конечно, все покидают игру, ребятки. Потому что какой-то, блин, тролль просто нажимает на эту кнопку постоянно. В чем прикол? В чем? Я уже третий раз на таких сталкиваюсь, которые мешают нормальным людям играть. Это бесит. Вот первый раз я стал убийцей, и такая вот... Я, ребят, больше не буду эту игру снимать. Просто пока это не исправит. Я не знаю. Это просто вымораживает. Постоянно нельзя жать на кнопку. Еще даже не выявили никого. Он опять нажмет. Я не успею за 42 секунды. У меня не восстановится эта кнопка. Хотя можем саботаж устроить. А, не, пока не могу, да? Навигация, оружейная. Пока не могу. Вообще можно саботаж устраивать. А, я двери могу закрывать, блочить. Опять на эту кнопку дурацкую нажали.
Нас 5 человек. Нам постоянно нажимать на эту кнопку. Я с читами дауны. Ужас, просто ужас. Серого выгнали. Он, ну, понятно, что не был предателем, ребятки. Сколько осталось? Немножко осталось. Ничего, я постараюсь, ребятки, я постараюсь выиграть. Мы устроим саботаж. Так, тут. Он за мной следит, да? 18 секунд, продержусь я, нет? Мидпункт. Уходим дальше. 12 секунд осталось. Тут зеленый стоит. Ну что, мы вернемся и убьем зеленого. Потому что он с щитами играет. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Минус зеленый. Они даже не поняли, они не поняли, ребятки. Минус один. Еще пока что не все починили. А все, обнаружили, обнаружили зеленого. Нас трое осталось. Мы не смогли принять единого решения, голосование пропущено. Остался один предатель. Кто-то из нас предатель. Слушай, они подозревают? Меня или нет, интересно. Сделаем вид, что мы уходим от него, убегаем. И желтый подумает, что это не я. Желтый подумает, что это последний член экипажа, потому что я тоже от него сделал вид, что убегаю. Так, что у нас осталось? Электричество. А, типа мне можно электричество починить, да? Поражение? А, они улетели, я не успел убить, да, получается? Блин, ну игра прикольная, но вот такие люди бесят. Вот кто-то постоянно нажимал на эту кнопку, кто-то с щитами играл. Зачем, блин, взяли всю игру и испортили? Конечно же, перестаешь потом играть. С друзьями, вот чисто в эту игру собрать команду из 10 человек, да, или там из 6, или из 8, и играть вместе с друзьями. Тогда будет интересно. А когда с рандомами играешь, блин, столько просто людей неадекватных, которые мешают другим играть. Ну, это, конечно, бесит. Начинаем. Обнаружен один предатель среди нас. Сразу идем на задание. Проще даже не читать, а сразу посмотреть, где ближе. Вот мидпункт. Давайте пойдем в мидпункт. Убийца все равно сначала не сможет убивать первые 40 секунд. Так что можем не переживать. Так, анализируем, отлично. Анализируем. Отсюда можно уже выйти. Через 50 секунд сюда вернемся. Так, мидпункт сделали. Электричество. Можем через хранилище пройти. Идем через низ, через хранилище. Вниз. Вообще лучше никому не подходить. Зеленый тут что-то ошивается. Все, уже более-менее ориентируюсь по карте. Мне уже проще будет. Капец, я просто мимо него прошел, и меня тут же убили. Почему я? Блин. Неужели никто не видел? Это белый был. Чувча, это Чувча был. Победа! Они угадали! Они угадали, кто меня убил! Спасибо, ребята! Хотя бы я был отмщен. Член экипажа. Один предатель где-то среди нас. Так что же, начинаем. Давайте посмотрим сразу по карте в управление. Пойдем вниз и вправо. Надо будет щитки тут восстановить. Это, в принципе, легко делается. Но все равно немного времени ты на это тратишь, тебя могут убить. Сзади кто-нибудь пойдет и убьет тебя. Так, а что у нас здесь такое? А, я могу прослеживать, кто здесь находится, да? Верхний двигатель двое, мидпункт в управлении. Угу, в оружейный кто-то. Охрана. Подожди, а, нет. Ну, они все же могут путешествовать через щитки. Так, восстановить кислород. 94, 0, 53. Саботаж что-то устроил, отлично. Все, быстренько, быстренько устранили проблему. Так, смотрим, куда нам дальше идти. В столовой.
Так, слово, почините проводку. Сейчас мы починим. Бегом, 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 бегом. Быстро, быстро, быстро. Чем быстрее ты делаешь, тем лучше. Так, красно, все восстановлено. Так, идем дальше. В оружейной. Идем в оружейную. Раскромсайте астероиды. О, я не пробовал. Раз, два, три, четыре. Сколько надо? А сколько надо? Сколько надо раскромсать? А, здание выполнено, отлично. Опять саботаж, 22 секунды у нас. Надо быстренько его устранить. Слушай, маньяк довольно-таки неплохой. Он постоянно что-то делает. Наверху, да? Наверху еще что-то. Ё-моё, надо было наверх бежать. 10 секунд осталось. 10 секунд, давай быстрее, 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 быстрее. А как я туда доберусь? Красного убили. Пока мы бегали, красного убили. А кто это? Надо посмотреть, кто. Кто где? Пока ничего неизвестно. Пишут. Человек невиновен, у него анимка. В смысле? Мне кажется, зеленый. Подозрение на зеленого. Я не буду пока голосовать. Я тоже ни при чем, я на камерах стою. Так, серо на камерах. Я пока не буду голосовать, я не знаю кто. Я кислород делал. Может быть, это зеленый все-таки? Ладно, давай за зеленого. И? Угадали? Невинен. Он не был предателем, мы его выкинули, блин. Капец. Может быть, мы успеем починить корабль? Может, это синий? Надо быть внимательным. Надо быть очень внимательным. Опять саботаж что-то устроил. Кто стоял, непонятно. 23 секунды. Нельзя близко подходить. Он сейчас где-то здесь должен быть. Все, починили. Это белый, походу, дело. Походу, это белый. Это белый! Или нет? Слушай, ну он не пошел за мной. Он не пошел за мной. Он мог бы меня уже убить. И он пока еще не может убивать. Нам надо к электричеству, добраться до электричества. Мы почти все сделали. О, тут саботаж. Меня закрыли. Так, через здесь я не могу попасть. Он меня сейчас убьет. Все, открыто. Я боюсь белого. Это синий был. Это был синий. А я белого боялся. Это синий был. Но он видел его. Он видел, он понял, что это я. Все, нажал на кнопку. Он знает, белый знает, что ты синий. Ну? Так. Кто? Синий, ну же, ну же, напишите, что это синий, ну пожалуйста. Почему белый молчит? Это синий, да, молодец. Белый молодец, он понял, что это синий. И все за синего голосуют. Давайте, ребята. Белый за синего проголосовай. Я видел. Ну голосуй. Да ты не проголосовал один. Ты же знаешь, что это синий. Голосуй. Почему он сам-то не проголосовал? Он знает, что он синий, но не проголосовал. Все проголосовали, кроме него. Какого черта? Ну опять тупняк. Все говорят, проголосуй. Белый, ты чё, камон? Ну все, проголосовал наконец-таки, да, вроде проголосовал. Вычислили убийцу, ребятки, да! Опять я отомщен. Опять, ребятки. Все, ноль предателей.
Мы спасены! Победа! Вот, в общем-таки, хотите больше видеороликов по Among Us, ставьте лайк, пишите комментарий. И я обязательно продолжу снимать. Игра довольно-таки интересная, но много попадается неадекватных, попадаются люди, которые портят игру. Вот это прям бесит, кто-то просто нажимает на эту кнопку. Я считаю, что это надо исправить, и чтобы, ну, первую минуту хотя бы нельзя было, там, первые 40 секунд нельзя было нажимать на кнопку. Тогда было бы прям супер. Вот. Ну, а с вами был Дариди, хорошего настроения и пока-пока.